со своего второго диска. Это несколько песен покажу. Диск уже почти готов. Дослушаться на студии. Скоро, наверное, приглашаю всех заранее на презентацию. Надеюсь, ближе к декабрю уже сделаем. Все это напечатаем. Там появится уже такой. А где пишешь? Рукав. А? Какой студии? Хорошая студия, называется она Маэстро студия. Такая она известная. Студия Буланова там пишется. Боярский, Гальцев. Меня занесло. Такие настоящие мастера, да. Хорошие места знаешь. Да. Диск будет называться «Все будет хорошо». И одна первая песня, да, там «Марш оптимистов» будет называться. Такое самое поганое настроение, наверное, было, когда эта песня создавалась. Но, тем не менее, это «Марш оптимистов».